Кухня ЖКХ. Начинаем серьезный разговор о внутренней кухне ЖКХ с генеральным директором УК «Актив Комфорт» Павлом Валентиновичем Еропкиным. Павел Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своей управляющей компании. У, как, ну, управляющая компания «Актив Комфорт» существует на рынке уже давно. А, это такая управляющая компания с определенным своим а, складом именно э, корпоративным форматом, который у нас в организации разработан. Э, это открытый офис для наших посетителей. Мы расположены на Розалексембург 86В э, в двухэтажном здании. То есть у нас присутствует сразу же в одном месте все специалисты. А специалисты у нас, как э, и полагается любой управляющей компании, которая э, занимается управлением многоквартирными домами, это состав полностью коллективных специалистов и главный инженер, и заместитель директора по работе с населением, юристы, экономисты, инженеры по обслуживанию содержания жилого фонда, работники по взаимодействию с населением, собственник многоквартирных домов. Естественно, мы входим в большущий холдинг, в который входит 13 регионов. Мы являемся членами партнерства национальный женский конгресс, который находится в городе Москве, поэтому мы, как бы, понимаем долю своей ответственности и понимаем, что любая управляющая компания, в первую очередь, она занимается именно не только просто содержанием обслуживания, она и должна быть социально ориентирована на то, что и мы себя позиционируем как социально ориентированная компания. Понятно, что любое управление многоквартирными домами, оно является, с одной стороны, как э, часть определенного бизнеса э, коммерческого, да, с другой стороны, это понятно, что это, этот бизнес очень рискованный, а, потому что очень риск, рисков очень много, они связаны с тем более с аварийными ситуациями, которые могут возникать на жилом фонде, да с различными проблемами, связанными с ремонтами и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, нельзя отложить в сторону эту социальную ориентированность, да? то есть потому, потому, что мы понимаем, что основная часть жителей, которые живут в наших домах, это все-таки самая такая прослойка средненькая, да, то есть население нашего города Кирова, у которых и зарплаты не такие большие, и в основном пенсионеры проживают с низкими своими пенсиями. Поэтому приходится, конечно же, и на это тоже обращать особое внимание с, с этим учетом. Понимаем, что... Каждый вопрос, который мы решаем, это в первую очередь это не борьба с какими-то конкурентами, мы даже на это не нацелены, наша главная задача, наша главная борьба, это борьба за оказание наших услуг нашим клиентам, да, то есть качественно и должным образом. Наш девиз, мы должны быть прозрачны, открыты для нашего населения и доступны, и качественно оказывать услуги услуги. Поэтому каждый сотрудник организации прекрасно понимает, что за артную плату платит собственник. И я всегда в своей организации говорю, что если мы каким-то образом себя ведем неправильно по отношению к нашим собственникам, значит, ну, вам здесь не надо работать. Потому что это вот такая рыночная система, или, так сказать, такой маркетинг интересный, который является, не будем говорить, ну, если сказать, что он если весь мир пытается продать что-то, да, то есть старается не, не, не сначала произвести, а сначала предложить, продать, попытаться mm -hmm. это сделать, да, там телевизор, машины, там, даже хлеб, там что-то либо, да, то здесь, получается, у нас маркетинговый парадокс. Мы приходим обслуживать дома, жители нам платят за содержание обслуживания. Поэтому, конечно же, им хочется понять, а за что, как мы платим, что будет сделано. Поэтому вот в этом направлении мы работаем. Наш формат именно еще подразумевает и создание соседского центра тот который мы открыли впервые здесь в городе Кирове это единственная организация которая существует где мы предоставили площадку для наших жителей для того чтобы они с целью того чтобы они могли общаться чтобы развивали добрососедство добрососедские, добрососедские отношения между собой то что все-таки уже давно потерялось вот это советское так сказать наследие которое было когда соседи знали друг друга общались решали вопросы mm -hmm. жили жили дружно какие-то там даже э, вопрос решали э, на уровне бытовом, да, у себя спокойненько могли сделать и замечания, и вынести предложения. Но это был конструктив, это было нормальное, доброе отношение. Поэтому эта, эта площадка создана для того, чтобы люди сами общались. Мы э, в, на этой площадке являемся простыми модераторами, простым администрированием. Собственники сами задают себе темы, которые они хотят э, провести на этой площадке. Да. То ли это э, значит, э, экскурсии какие-либо они хотят, то ли они хотят понять э, какие-то вопросы, связанные с э, обслуживаем содержанием еще да, дополнительно, э, там, вся, всевозможные э, э, школы здоровья, школы ЖКХ, которые мы там проводим на этих площадках, но при любом и, и непосредственном участии именно с собственниками. Вот как бы, если кратко рассказать, чем занимается актив Комфорт и на, что у нас за организация, то есть вот как бы, таким вот образом mm -hmm. я бы ответил на этот вопрос. Павел Валентинович, а чем отличаются УК в нашем городе? Как правильно выбрать свою управляющую компанию? И самое главное, как выстраивать с ней отношения? Ну, здесь вопрос, конечно, очень такой многогранный по поводу выбора управляющей компании. Какие управляющие компании в городе Кирове? Понятно, что я два года здесь в городе Кирове живу, работаю, живу я здесь с семьей полностью видите, у меня ходит здесь в садик, жена тоже работает здесь в городе Кирове переехали, вот. понятно, что для меня бросилось в глаза для такого компактного, уютного, самобытного города, как город Киров а количество управляющих компаний на Absolutely. сегодняшний момент, это просто ну, запредельное. И они вот, рождаются, рождаются, их наплодится очень много. И каждая пытается возомнить себя там, таким продвинутым партнером или конкурентом, которые готовы сейчас обеспечить идеальное состояние на многоквартирных домах. Да? То есть я бы сразу сказал, что для такого города за 100-30 с лишним управляющих компаний но это очень много. Если мы говорим про Нижний Новгород, про город-миллионник, то там 8 районов крупных, да, которые, в которых 8 основных управляющих компаний. То, что сохранил город, это управляемость. Это управляемость, управляемость, административная управляемость, возможность общаться на уровне любом, хоть правительства, хоть администрации, там, жилищной инспекции. В любой аварийной ситуации можно решить любые вопросы, созвав всего лишь там 8 руководителей или же руководителей вообще целого там холдинга, да, то есть чтобы можно с ним было порешать. Но есть и мелкие компании, которые существуют, но их всего там 190 на весь Нижний Новгород. Представляете? 100 40, там, 135 в Тирове, да, и 140 э, в Нижнем Новгороде. В каждой управляющей компании крупной, там, по 2 с лишним миллиона квадратных метров жилья. Естественно, там понимание того, как, э, что делается, и по содержанию, даже совместному содержанию э, территорий, которые смещены с муниципалитетом э, в части зимней уборки, летней уборки, то есть все ясно и понятно, как кто должен убирать, и нет такого, что тут вот убрано здесь, не убрано здесь, трактор проехал мимо и так далее, и так далее. Потому что да, даже в этом плане идет полная консолидация сил и управления. Поэтому я бы сказал, что управляющие компании, которые появляются. Понятно, что они, значит, которые здесь появляются, это, опять же, директоров управляющих компаний, их нет такого института ну, управленцев жилищного коммунального. Нет вообще института жилищно коммунального хозяйства пока еще в России. Я, по крайней мере, не слышал. Поэтому все специалисты, они должны рождаться каким-то образом, исходить из, определенной, из определенного, из вида деятельности, да, имея определенное образование, хотя бы техническое, там, экономическое образование. В данном случае, ну, я имею то и другое образование, и техническое, и, значит экономическое образование два высших а, и прошел школу большую заводскую да там проработал на заводе на мелкоинструментальном в городе Ворсме Нижегородской области начинал там с механика цех обыкновенного да дошел до главного инженера предприятия там за 12, там с небольшим лет это большущая школы, и потом попал уже в сферу ЖКХ, когда меня пригласили уже в Нижнем Новгороде поработать. И работаю уже с 2006 года в этой сфере, именно занимаюсь управлением и жилищно-коммунальным хозяйством вообще. Поэтому я понимаю, что все выходцы, все те, кто становится сейчас здесь управляющими компаниями, они, опять же, это люди, специалисты или там люди, которых обучили жители. Это бывшие сотрудники управляющих компаний, крупных таких, как Ленинская управляющая компания, управляющая компания Октябрьского района, там УЖХ, Ленинского, Первомайского там районов, да, то есть это вот те, которых люди их обучили, они им платили в свое время зарплату, mm -hmm. а, а они были там, допустим, инженером ПТО, заместителем директором, в основном это заместители директоров, главный инженер, которые поняли, оперились, сказали, что, мол, ну все, я умею сам, все, сейчас я там выйду, все там организую». А, чем мы отличаемся, например, от всех других, да, то есть вот в данном случае, когда мы разговариваем с жителями, чем хороши управляющие компании такого ранга, как Комфорт и крупные организации, тем более, которые входят в, в большие холдинги. А, то, что мы можем работать на перспективу а, с собственниками, если собственники это понимают, если мы до них правильно донесли информацию, в части, например, того, что мы их можем легко прокредитовать, то есть не дожидаясь определенных денег, которые они накопят, да, по тарифу, по своему, а, если они проголосовали, то не надо там сразу же разово там, платить там по 3, по 4 тысячи, которые, конечно, напряжены. Мы можем эти 3-4 тысячи разнести на а, 6, 8, 11 месяцев без всяких раз, процентов, без все. А работа выполнить, если принято решение, мы работу выполним в следующем месяце. Пускай это будет 200, 300 тысяч, 400 тысяч, мы готовы сразу же эти деньги, как говорится, вложить и произвести выполнить работы. Ну, как бы вот, если уж говорить о том, как формируется. И поэтому людям нужно обращать на это внимание. Как она появилась, эта управляющая компания? Кто стоит во главе этого, так сказать, направления? Что они могут предложить? Понимаете, чудес не бывает. Тарифы у всех одни и те же. Виды работ, которые прописаны, которые обязаны делать, они одни и те же. Просто, понимаете, вот то, что, например, у Комфорта нам досталось, да? нам достался не самый лучший фонд. Это понятно, что он очень сильно изношенный, очень много недоремонтов. Недоремонты такие, что приходится ну, просто латать, вот прямо, чтобы только дом вошел в зиму, нормально функционировал коммунальный ресурс и так далее. И так далее. Уже не идет дело, разговор о том, что там где-то что-то надо марафетить и сделать красоту и там еще что-то либо. Да? То есть, поэтому люди порой этого не замечают. Они не замечают, что у них с коммуникациями занимаемся, готовим дом к зиме, там, э, не, даем возможность, чтобы, по крайней мере, не было аварийных коммуни... э, ситуаций именно на вот таких вот ресурсах. Да? А такие мелкие, они стараются, ну что, ну, давайте вот будет дворник каждый день мести и уборщица там будет появляться каждую неделю, обязательно намоет, на них будут видеть. И все. Дальше ничего не делают. Потому что других, других моментов нету. Понимаете, все едино. Перечень работ установлен. 290-е постановление, 491-е, 170-е постановление правительства, они все расписаны. Вы обязаны это производить, вы должны деньги на это потратить и найти подрядчик, который должна этим заниматься. Однозначно, вы управляющая компания это любая. То есть поэтому тариф они так или иначе тратят. Дальше, что они делают дальше? Вот, вот о чем речь. А, говорить о том, что вот там все будет хорошо, как только вы к нам придете, ну, это вот э, от лукавого, честно вам говорю. Понятно, что. Всем хочется прямо вот сразу же сегодня и сейчас, чтобы было все красиво и чисто. Ну, понимаете, надо и уметь людям доносить, откуда это все берется, чье это бремя ответственности, за что мы платим, как мы будем в этом направлении работать. То есть, ну, вот как, как бы так, что касается управляющей компании. Наш проект недаром называется «Кухня ЖКХ», поэтому сейчас мы услышим рецепт, а именно рецепт экономного потребителя. Ну, смотрите, один из рецептов, вот часто говорят, а можно ли оставлять там, значит, блок питания телефона, там зарядное устройство в розетке, вредно это, не вредно, как это вообще экономно, неэкономно. Сразу скажу, любой прибор, который включен в розетку, он так или иначе потребляет. Пускай это не намотает много. Не будет там проблем с, с большим потреблением, допустим, электроэнергии, но, тем не менее, это будет потребление. Это первое. Да? Второе. Так или иначе, любой прибор, который включен в розетку и он не используется, он вырабатывает, это, потребляет эту электрическую энергию, и он сам себя изнашивает. В конечном итоге он так или иначе износится, выйдет из строя. А самое критичное в этом случае, что может в этом случае произойти, это когда произойдет, возможно, какое-то либо замыкание, короткое замыкание, где-то отвалится там фаза ноль, что-то потеряется, или там кто-то что-то неправильно сделает в доме, да, то есть вот, это, вот этого короткого, короткого замыкания достаточно будет для того, чтобы он заискрил, воспламенился и дал больших неприятностей уже в виде пожара и так далее, и так далее. Угу. То, кстати, это уже у нас было вот в прошлом году на Московской 17. Именно вот в квартире у бабушки одной там внучка ушла, оставили, оставили у нее там, значит, зарядное устройство. Проводка внутри квартиры была уже, так сказать, та же дряхленькая, потому что это ее общее имущество. Они должны были заботиться об ремонте этого, как говорится, внутри своего а, всего, всей разводочки. Но, тем не менее, значит, оставили там разъять, раз, зарядник, он лежал не очень долго. И он лежал прямо, вот, как говорится, рядом с кроватью, заряженный, вернее, был, да. И вот произошло замыкание, что-то она там включила еще дополнительно на кухне. Даже не заметила, как это все там воспламенилось, и начало плавиться, загорелась кровать, и пошел пожар. Практически выгорела вся квартира. Понимаете, слава богу, там дом, в доме все прошло нормально, не загорелся, он только протопили там нижний этаж. Она на третьем этаже, кажется, была эта квартира. То есть вот результат, вот недавнего даже. Поэтому рецепт такой, однозначно, выключайте, оставляйте все, даже, даже чайники электрические не надо оставлять в розетке. А мы же оставляем их, а их, в принципе, идее нужно тоже вынимать, чтобы он не, не, не нагорал, не работал. Управляющая компания Актив Комфорт приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес улица Роза, Люксембург, восемьдесят шесть, в. Телефон двести, двадцать, два, восемьсот, девяносто два. Павел Валентинович, все-таки дайте совет, как нам правильно выбрать свою управляющую компанию. Ну, еще вот мы говорили о том, что, что их очень много управляющих компаний, да, что вот взаимодействие, управляемость по каким-то проблемам чисто городским, общегородским. Она, конечно, падает при таком количестве управляющих компаний. А, нужно понимать их зону ответственности. Но самое-то главное, еще я хотел бы сказать, чтобы тоже люди понимали, а, что за этими, за этими управляющими компаниями стоит, какие у них ресурсы, какие у них финансы, какие у них возможности. Да, тоже, мы да, об этом тоже говорили. А, и еще один момент: я просто бы обратил внимание. Посмотрите, пожалуйста, а сколько налогов вообще они платят, как они платят, налоги? А это сейчас одна из основных, так сказать, частей, mm -hmm. когда осматривают показатель, да, то есть по эффективности того или иного бизнеса. По крайней мере, мы откр... работаем как открыто и прозрачно, да, то есть мы платим все налоги, мы на, на, значит, на такое. Естественно, на система налогообложения, с НДСом, да, то есть мы платим. И НДС, мы платим, и все остальные налоги. Если говорить уже просто о 2019 годе, если подытожим, да, мы за 2019 год заплатили 16 с лишним миллионов рублей налогов. 16 миллионов налогов. Значит, из них даже по НДФЛ это 5 с лишним миллионов. Если говорить 5, 5 это уже конкретно, прям в копилочку вот, города, бюджета города Кирова. Да. За 5 миллионов рублей, ну, это очень много можно сделать в городе. Конечно. Это можно там отремонтировать весь сквер, там, например, допустим, на Октябрьском проспекте, да, там привести в порядок или там еще что-то либо сделать. Это достойные деньги. А остальные-то как? Они-то чем занимаются? В основном это ну, прочность системы налогообложения, да, какие там они зарплаты платят, каким образом они делают отчисления и так далее, и так далее. Потому что на это тоже нужно обращать внимание, в первую очередь как бы вот тоже, тоже один из показателей, который должен быть учитываться при способе выбора, при выборе управляющей компании. Кухня ЖКХ.